Спамер получается. Да, по-любому. Это вообще пиздец. О, мелкие. Назад, назад, там мелкие вышли. Все, еще боешка упадет. Зато видно, что топор решил к историю давать. Можешь посмотреть всякие маленькие хитрости. Ну так мы пулим друг друга по очереди. Кто-нибудь знает, сколько КД у этих часов? Какой-то голландский напул? Да. 40-45, что-то такое говорили. Голландский. То же самое. Викторка, где там мое кольцо? Схуя оно твое вообще. Мое? Все боешки идут мои. Да я сижу при тех, хотел закрасить, блядь, не вспомнил. Чтобы рыбу покупать, сапроты, блядь. Сейчас отдам. Так мы голду скидываем на это. Так голда-то хули по косарю, блядь, а боешки-то сколько они стоят? Ну пояс... хитрый рел, да? Да, конечно. Вообще. Хуяти там 30 тысяч голды с каждую неделю прилетает с рейд. Да, наверное, не всегда 30. Так, блядь, ты видел, сколько стоит вся хуйня эта? Я думаю уже, блядь, начать это... С, ну, самим вот эту хуйню. Вот на рыбалку сходим, там посчитаем, сколько рыбы словим. Не, ну смотри, с ЦЛК, сколько ты раз за ЦЛК ставишь рыбу? 10 раз рыбу ставишь? Да хуй знает. Ебать, наверное. В ХМ вспомни, нахуй. Вспомни, вспомни, в ХМ рыбу, заходим, блядь. Сколько уходит рыбы? Главное, чтобы это было... Это, ну все, отчет на пол. Че, поставить вам метки или сами разберетесь? Дайте баф. Мы просто будем сбегаться... Рибаф, рибаф. Можно сразу под эту? Рибаф, рыб. Ну вот рыба, если кто вздыхал. Возле кружка стоит. ТТГ дохуя вайпались. Блять, мы второй раз же сходили в ТТГ. Один раз тогда сходили в начале. Потом что-то скинулось. Так, ну пишет, все готовы. Тогда, сейчас подожди. Да его чёрт. Они впервые Мороза убили в каре. Там ачивки какие-то бывают при разных условиях. Их не всегда получишь первый раз. Ой, там всякие маунты еще даются. Может попробовать слутать где-нибудь. На гурле гир или на магике гир. Так, одна спора на мне, значит, две остальные, Равист и Бурибай, точнее, Титикака и Бурибай, из-под босса уйдите. Так, споры. Три точки. В кружке не вижу спора. Почему-то. Если в кружке спору вторую не словили, третью словите обязательно. Тело блюют. Ладно. Так, готовимся, наверное. Давай, вас сокру. О, нахуй, нихуя. Песа захильте, там блюет. Чуть не сдох, блядь. И добежите до гнилого там шкаф ебаните. Пока три шмотки разролю. Кровь, кстати, нужна кому-то в рейде.
Там кто-то хотел, блядь, то ли маг, то ли кто, то ли лук какой-то, блядь. Лук хотел. А он здесь сейчас? Ну этого лука нет в рейде. А, ё. Кидай на... А, у меня нет квеста. Ох. Ну потом в следующий раз возьмешь квест. Все равно еще там дрочево духуя собирать там это, блядь. Не боешка? Это боешка. Это бесполезные перчатки, критхаст латные. На халяву? На халяву? Кидай на халяву. Парни мобы бегут. Снимайте мобов, пожалуйста. Танк. Вот эта хуйня на халяву надо? Шея кому-то на халяву надо? Крит МП5 нахуй, бисовые мы. Буревай. Полная порошанишая. У этого игрока нет места, нахуй. Значит, расплыл. Так, ну и баните шкаф с монете. Тут три шмотки-то на распылю. Рыбу не надо, никому не тоже не вздыхал. Рихторг, что там? Синтек, носки, ПС, топа. Пью. Сервак? Кто знает. Вроде бегают люди. ПС просто как-то странно бежит. Не знаю, сироком все нормально. Еще раз. Так, Зулзин. Я все готовы. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, на тех история. Блять, я забываю, нахуй. Или в Дисе говори, воет истерию. Я включи куда-нибудь в ЛБшку, впиши ее. Ебать. Это смешно, ты придумал, блядь. Ну почему нет? В ЛБшку, блядь. Будешь, ну ты же ее спамишь. Ну да. Будь по отчету даваться по КД просто. Прикольно, блядь. Надо замутить. У меня что-то крашилось как-то из-за этого макроса, когда вот... по нику давать истерию. Что-то крашилось, хуй знает. Ладно, похуй. Да, короче, либо говори, там будет истерия, либо это... макрос напиши. ПМ там. Да мне кажется, заебет просто. Ну, говорить постоянно. Просто я забываю. То сейчас... меня, то или тебя. А ну, видишь, в обычке как бы похуй. Типа, мы и так убиваем. А вот на освоении где-то надо будет, чтобы это было по КД. Я там забываю, блядь. Мозг отключается, нахуй. Главное не привыкать к этой игре на танке, блядь. В Гере тут пиздец будет ебать дамаг. Ну, не люблю уже сухой. Он чё, холик, кстати? Я чё, не могу вкурить. Да, тебе надо сагеншин. Друид, давай по нему иннер. По не люблю. Интересно, по кому этот дал. Синтек. Ладно, пока нормально. Давай ровист по Геншину. У него меньше половины. Бидон. Там сбросить надо огромное. Держишь. Не, бидон ставь тотем, геншин гимноману. И собаку еще вызовем. Так.
Так, ну большой этот, пускай в центре стоит этот большой. Лови не зыбку. Все, забрал, нормально. А, блядь, тебе ебучий жезл. Ух, какой плащ. Блядь, ну АДК такой сок, а не плащ. Осколок там один упал. Осколок сейчас, секунду. Так. Как она, ретрика? Грудак надо кому-то? Холипаловский. Ретрик АДК. Такс. Вот это параша. Чё это? Агильно, это чё, на Энха? Хуй знает. Кого-то распыл, значит. Ну, а ретрика тоже идет. А, ну если надо кому-то. Маху. Я бы тоже не взял. Плащ надо кому-то? Вилаша 10%. Это ретрики АДК. Так, Вилаша и Бурибай. Вы оба нажали 10. Ну там, короче, у вас у этого. У Вилаши выше приор, но он как бы танчит. Там, смотрите, Бурибай, что тебе сильно надо? И Вилаша, что, кому с вас отдать? Бурибай-то дамажит. Он тоже хилит иногда, но больше дамажит. Бурибай 260 из кары, по-моему. Ну там буст-то такой себе будет, по факту. Так чё, кому? Ну, у него мейн спека, у него танк. Ну, как и Вилаша, очевидно. Вилаша, чё, тебе или тому? Бурибай. Тебе сильно надо? Или Вилаша, или кому сейчас? Не сильно надо, значит могу и Вилаша. Бурибай. Ты чё гонишь? Кто полуплащ? Тебе сильно не надо, ты чё? Ну там Зулямани падает, плащ получше. Так. Ты тут с осколком? Так, сейчас. Всё, забирай. Забрал? Забрал. На пятом боссе осколок, что-то они... Тут первый, кстати. Я единственный на Сурфанге не видел, был осколок. Мало. Я схожу, проверю. А, это шестой даже босс. Жуков сразу зальем, там на всякий случай, по-моему, на химии себе висит. Так, и Вилаша, что повоешь, я в кукле почилю, короче. Надо рыбу там. А, все живые были. Проверка, подходите поближе. Песа, Викторка, суммоните, пожалуйста. Так, сейчас у меня. Песа, ты тут? Да, я в игрушке сижу. Песа, прием. МК-5 помогаем. Что там с ПСМ, блядь? За Бурибаем бегаешь, могу понять. Жена, походу. Мне нравится его дымок. МП5, вон по пристам. Кто там дает эти МП5? Блять, ПС, сука, ну ты где? Он написал, что что-то ребутнется вроде. А, что-то я не видел. Нет, ребутает, поди.
Сейчас я это брелок сделаю, компакт, блядь. Реально интернет лагает. Понял. Парам-парам-пам. И пошли мы нахуй, так сказать. Пока убьем без трассы, ничего. Так-то можно. Блять. А он не офнутый перс у него еще. Он когда офнится, когда комп вырубится у него? Его компа, блядь. Че, минуту покурим тогда или че? Там не минута, там надо. Минуты 3, наверное, ФК. Давай его кикнем тогда. Он зайдет, возьмем. И тогда пульнем без него. Синтек. Дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Отличные новости, народ! Как усовершенствован штат чумы, которая уничтожит весь Азерот! Слушай, выходим. Не вкуриваю, она одна, что ли, блядь, что за хуйня? А, не, вон она. Рядом вторая, я ее специально там разложил. Чтобы никого не мешало. Бля, чё, Кисин, я же сказал, что перезагружу, комп тупит. Да что-то пульнуть решили. Сейчас, после проф уже. Чтоб Слизи не выбрал, там просто в игре был персонаж. Чтоб Слизи не выбрал красный. Слизня добиваем. Что? Это еще откуда? Malleable soon. Puddle cast. Друид инвалид по 2 на скабр. Ровист по топе. И синтек по на стрессу. Ровист по топе, синтек по на стрессу. Пельмени. Красный выходит. Красный вышел. Служи, выходим снова. Пельмени. Зеленый выходит. Давай не зыбку вилаш. А нормально. На стресс один хуй сдох. Ты чего сдох на стресс? Оранжевый выходит. Пельмени. Красный. Служу выходить. Друид инвалид, пельмень зачем ловишь? Он любит пельмень. Моментал. Зеленый. Служи, выходим сейчас.
Пельмени. Будем стопать. Пока что подбейте пару процентов. Все, стоп по боссу. Отошли от босса. Сейчас красного убьем, будем переводить. Там какие-нибудь два носка, Вихторка можете подбивать. Ну там 2% всего лишь сейчас. 36,8. Красного зергаем. Надо мне успеть еще две лужи эти выпить. Пока не переводите, я лужу допью вторую. Сейчас. Все, переводите фулл ДПС по боссу. Перед второй лужей, чтобы он не успел ее кинуть. Переводите 0,3. Не успел вроде, да? Нормально. Так, Бурибай, диван готовишь на Войда. Первый я буду на 4 стаках, когда Лаша заберет. Диван дашь по Войду, я скажу когда. Malleable soon. На вкус как вишенка. Ой. А здесь пыльте куклу? Что за хуйня? Ладно, тогда первые 4 ты будешь стака ловить. Значит, появилась будет диван, я скажу когда. Так, что на тебе пока что там? 3, да? Так, 4 забираю. Бурибай, давай появилась дивана. Так. Довожу колбу через 5 секунд. Готовимся. 3 секунды колба перед ебалом, потом будем проходить туда. Так, пельмени отбегаем. Колба поставилась, отвожу. Сразу сюда выходим, от простора. Так, что там у меня? 4 стака. Глаша забирай. Дал мне зыбку. Служи, выходите. Что-то, кстати говоря, не хватает у нас, блядь, дамага, что ли? Геры просто не было. Геру, да, не хотим дать? Да, кстати. Давай, Ивлаша. Вообще такое Гера. Ладно, ага, хорошо. Вы от пельменей отходите-то, блять, от профа подальше стойте, чтобы их не ловить, эти пельмени. Гим на хп все живые присты даем. Геншин, не люблю, давай пока в призраки. Нет. Я понял. Вовремя, блять, Гера. Все вовремя, Гера, кстати, парни. Все понятно, заходите в лужу. Блин, еще ман, такой жестко лучше первый раз, что в натуре. Да тут не то, что шаман, тут еще и пэса не было. И челики зеленый, когда выбрал вас, после стана его, когда добивали, у него пол хп было, он раз откинул вас, вы думаете, надо возле него постоять, и сдохли втроем. Нахуя там он пельмень кинул? Ну, в меня пельмень прилетел после отброса. Я ни разу пельмени словил. Давайте, чтобы для понимания, этот пес где там? В игре нет? Вот он. Надо его сумануть. Давайте следующий трай. Убьем или не убьем, получат все ГП за пельмени, за колбы, за всю хуйню, что вы словите. Каждый пельмень, колба, это минус ваш ДПС. Из-за этого мы его хуево бьем по ДПСу на второй фазе. И челики лежали, которые чилили. Слизня в зеленого не сбегайте, если он вас откинул, сначала вы от него отбегаете. Он вас выбрал, блять, минус 3 тела.
Майралу тоже ГП. Какой рейд, такой РЛ? Хуёвый рейд, хуёвый РЛ, да? А, вообще ГП Сове, пацаны. Во чём виноват Сова? Ну да, за всех. Давай сразу за всех синтек ответь. Ну, так синтек как не в себя. Всё потому, что ПС не было, дамага не хотел. Да нет, там немного мозгов не хватило, блядь. Ну это да, понятно. ПС вообще по дефолту виновен. Я весь бой, блядь, её бил и дал 8 тысяч всего. Шкаф ебаните. Ребята, блядь, в Гере потяжелее будет намного. Если вы здесь такой хуйней занимаетесь, в Гере просто нехуй делать. Так что, блядь, потом не обижайтесь. Будете чилить. Гере сразу говорят, до свидания. Геры реально не было. Я не про Геру шаманов говорю, я про целка 25 гер говорю. Так что, блядь. Давай этот. Рили лок по синтеку, Вихторка по друиду, инвалиду, Притон по рависту, Ахимиса дай по Бурибаю. Он вроде как не издыхает. Чтоб диван дал потом в конце. А у меня в КД? Ну, у меня скоро от КДш со мной, да? Так от КДшся дашь. Бурибай, да? Да. Сейчас запомню. Так, Вихторка остался только. Рыба. Чё, готов? Даю чё. 5, 4, 3, 2, 1. Алло. Алло. У меня одно зависло? Нет. Да. Да. В лужу выходим. Друид, дай омоложение, будет на рост на куклу. Зеленый выход. Добиваем и босса переводим сразу. Зулзин, блядь, ты невменяемый какой-то или чё, блядь? Блядь, у меня 1000 пинга какого-то хрена. Чё невменяемый? А, ладно. Тогда полежи. Пинг всё решает. Там пельмени не ловите, блядь. По плашкам ХП вон пельмени. Видно, кто словит урон. Если разлагает, там скажешь, чтоб тебя резать, пока не резаем. Мини. Красный выход. Красного убьем. Сейчас лужу и колбы, секунду. Мини. Не люблю щиты, поздравляю тебя. Зеленый выход. Ваниш надо было нажимать. Друид, инвалид, резай историю. А, я не знал. В следующий раз ваниш нажимай. Каску лапу пристабав по друиду. Ой, по пороге. Красного готовимся бить. Бьем красного. С
уже выходим. Пельмени отходим. Колбы 5 секунд. Так. Немножко стопнем по профу. Сейчас сначала зеленого убьем, потом... Это... Так, подбейте 1%. Все, стоп. Стоп по боссу. 38%. Зеленого убьем. Потом я еще лужи выпью, тогда уже... Вот этого зеленого сейчас зергаем, профа не трогайте. Так. И не переводите, пока лужи не выпил. Босса не переводите пока. Все, фулл ДПС по боссу. Фулл ДПС 1%. Чтобы не успел следующий лужи кинуть. Колба секунда. Все, нормально, переводим. Руку потом здесь спалить. Да, ДПС что-то низкий у вас, вы какую-то хуйню ловите, хуй знает. Ну, люблю, что ты точно видел. Потом еще по полученному урону гляну. Диспальте, сейчас когда разморозитесь, диспальте эту хуйню, значит не диспалится. И выйти с нее нельзя. Так, забрал. По этой стороне проведу. Мильки там колба еще высыпалась сразу. Так, пока один стак. Наверное, даже без дивана будем играть. Служи выходим. Попробуем без дивана, вроде как должны залить. А, на хистория тебе. Мини. Всего два стака пока. РДД, чтобы пельмени увидеть, заранее джеть, просто подальше от босса стойте. Так, все, вела. ЖБ вообще обычно на них пишет. Колбы отходите, милики. Выходите на унизыпку. Все там лям. Бьете без дивана. У меня такая боежка выпала. Сумки. Неплохая. Когда-то я ее на ядро одевал. По-моему, даже где-то лежит. С камнями. Я сейчас с другого интернета перезайду. Так, один завоеватель. Кому там надо было завоеватель? Дети как хотел? Да. Так. На. И покоритель один. Друид. На. Погнали. Дальше. Войд, можно вопросик по тактике? Угу. Смотри, десятки гер ЦЛК на гнилом морде встают 4 человека типа по кругу. А зачем это делается? Кидается губительный газ. Кидается губительный газ. И он кидается на тех, кто в рейнже. Если в рейнже 1/3 рейда, то он кидается только на них. Вот в десятке это 3 человека, в 25-ке это 8 человек. И если... Он может залететь. Если он не стоит, если будет 7 человек на рендже в 25-ке или 2 человека на рендже в 10-ке, то газ случайным образом будет кидаться либо туда, либо туда. То есть он не будет видеть различия, что РДД, что это. Он кинет в мелизону, а в мелизоне стоят все в пачке и будет вайп. Понял, понял, спасибо. По тому же принципу этот самый генерал Везок сработает. И много еще какая хуйня. Там механика одна и та же. Че вы, кстати, не бьете? Да, влетай туда, ты че, пусси, что ли, да? Косты там сбивать им, вам вот сало давайте всю хуйню. Ебаный уебок. Превратил меня в паука, когда я войско вызывал. Сука. Нихуя мобы умные, блядь, пиздец. Охуеть, блядь. Еще и паука не сбил. Игроку. Ебануться, блядь.
Мастер контроля получается. Да мы бы, блядь. Правда, их надо, наверное, на леди вместо нас. И, да, вот, их на леди брать, нахуй, чтобы они, блядь, от духов отбегали там, блядь, мобов разъебывали. Если чё, блядь, это запасной план будет. Вот тут главное две пачки не сагрить. Тактиков по одному. Кто у нас там? Можно кровавую сферу попить. Урона больше будет. Вот я сагрил всех, которые там идут. Вот имейте в виду, блядь. И Влаша можешь войско смело кастовать. Там какой-то оковами прист, ебаните тактиков. Вон они вдали стоят. Квадрат и треугольник. Угу. Ну этого не надо было, конечно, нахуй. Всю пачку сагрили, всю просто. Ну что теперь делать? Вась, что еще делать? Да они, блядь, разбегаются. Пока одному там даже другой пизды дает. Застрял, что ли, ничего, блядь. Так, лейтенанта потанчу. Ресайте на стресса. Ставлю рыбу. Так, ставчу. Шкаф, ебаните два носка. Два носка ты тут? Моровис тоже вроде где-то. Два носка тоже нету. Ну а два носка точно АФК, а вот Ревист не знаю. Он его субоник, он здесь. Не здесь еще. Ну что-то просил две минуты уже как. Восемь прошло. Кто, два носка или Ревист? Два носка.
Ну, в рейд-чате написано. 2 минуты. Ладно, без них начнем, если что. Проверка, остальные принимайте пока. Я на двоих и Вилаша на келе. Все даю отчет. Агро там не сорвите из двух мобов первую. Блять. Чё келесит, не хочет уходить отсюда или чё? Там друг на друга напуливаете роги или ничего, блять? Или у меня такая грамма мало стала? Да, они друг на друга напуливают. Я, блять, еще не вижу нихуя. Все, тут не сорвите агро, блять, пока они пустые, их не надо хуярить. На кольцете сейчас пока агро. Вот, поэтому не сорвите. И вон падает хуйня, вот лоб, который сосет, сзади тебя падает шар желтый, нахуй. Вот видишь? Как он тебя откинул охуенно. Этот шар в гере будет ваншотать всех вас. Вам похуй на него. РДД, если я не назначал никого, вы все бьете. Вот то, что шар сейчас упал, это вам всем можно минус выимать. Ну что вы ход положили. В гере это будет вайп, еще раз напоминаю. Зеленые шары с неба падают. Их 3 штуки одновременно висит. Их надо... У локов вон. Есть петы, которые могут... Вот, блять, поэтому расчехляем всю эту хуйню. Я на фросте своего пета ставлю. Вот, я пробегу за кем-то, зачем вы бьете колесо-то? Приеду бегают эти ядра. Это из-за того, что, блять, агро снизили у ДК, наверное. Кто залупу сделали. Кстати, давайте Геру. Сейчас после него будет Валанар. Так, где-то воронка говорит, а где она вон, блядь? Вы тоже не смотрите, да, за этой хуйней? Милики. Она же откидывает. Возьмите на лестницах, пожалуйста, бомбу. Я 2 контроля, так. Четырляма, я думаю, сейчас добьем до келя, даю незыбку или не даю, успел. Сейчас, пока я это не агрите трэш, или если сагрите, то станы, дизармы, всю хуйню, Вилашу может в саб кинуть и вас всех разъебет. Смотри, шмотки пока я тебе раскину. Так, это параша никому не нужна, я так понял. Или тебе надо бидон? Ага. Телесетов искуситель надо кому-то? На ФДК, наверное, надо взять. И кольцо, скорость, меткость. РДДшная, СПГ. Так, 10% не люблю щиты. Так, остальные уровни. Да. Все, бегом. Так, одну тактику попробуем. Ну. И пошли мобы ебаные.
Ах ты, сука. Успел разъебать. Таунт КД, блядь. Блять, Синтек, ты вообще с кары съебался. Куда ты там начинаешь что-то? Да, выпало. Геншин, блядь. Хорош. Так, надо как-то тактиков, нахуй, это невзрачно. О, я сам получил. Вроде никто не сагрился. Пидоры, сагрились нам. Этих уёбков, наоборот, надо не в них стоять. Или сбивать косты. А вот эта хуйня, это все равно мгновенная, блядь. Взрывная волна ебаная. О, нихуя, я два паука уже сбил, блядь, нихуя себе. Прям на 0-0-1, нахуй. Я это не успел, не откатилось. Подбегайте сюда. На первой взлетке. Я понял. Паяшка лежит. Вкусно. Нихуя. 42 боишки. Ебаный. Не везет. Ну чисто одну мне надо, давай, потому что замыкающий шом чекал. Никто не понял. Ебаный в рот, блядь. Ну. Прикольная пост придумал. Да. На рыбалку пойдешь, Песа? Завтра. После рейда. Поугараем, блядь. Ну, минуток 10, я думаю, достаточно. Долго сильно рыбачить. А какой там нов нужен, если не брать в расчет эти? Ну, блядь, что-то на 300 я рыбачил с друидом, блядь. Ну, ты блядь... на Олу хочешь рыбачить? Да, на Олу. Но там все три вида рыбы нужны падают. Насколько рыбачил? На 300. Угу. Я там какую-то хуйню одевал, плюс 50, блядь, или приманку, или что вот этот, леденец какой-то, эту хуйню, блядь, мазал. Но сейчас у меня 300. Леденец плюс 100 даю. Что-то такое там, да, мазал, блядь. Это, ставлю рыбу, потому что дохли. Значит, на первой взлетке Вилаша, как обычно, и гимн на ХП будет... Так, давай подумаем. Гимн на ХП будет... Не люблю ты в холике, да? Твой будет гимн на ХП, но перед гимном там дай себе, блядь, духа нахуй. На первой взлетке. На второй взлетке будет моя незыбка и Айновена Массакра. И Геншин Спеса гимн на ХП будет. Вот. Укусы вы знаете. Блядь, два носка ты тут? У тебя там АФК. Угу. Нажми. Да-да. Там. Отошел, я нажать? Брал. Ну, общение, буква О.
другая, друзья, вкладка, где кружочек зеленый ставишь, отсутствует, или не беспокоить, потом снова ставишь зеленый в сети, чтобы вот это, вот все. В аддоне, где фреймы показывают, у тебя перед ником пишется АФК. В принципе, для воду это похуй, не знаю, может кому-то мешает. Так, принимайте готовность, Викторка. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, история дала стерео. Так, AS с дебафом. Тени смотрим, секунду. Акиса выноси. С линиями быстрее сбирайтесь. Случайно с этим. Тени 5 секунд, готовимся. Так, на стресс. Укус передай обязательно, вампира не превращаемся. Заранее цель выбираем, как кусать бы. Я буду желательный. Тени 3 секунды, готовимся. Готовимся, смотрим на ком. Синтек. Следующие тени будут с фиром последующим. Эти тени нельзя уронить. На взлетке про ДПС забываем. Начинаем хилиться. Встаем на рейндж. И только-то потом ДПС. Так. Кто? А, навен. Бабл ебани там, не думая даже. Бабл ебани. Взлетку проживешь нормально. Так, Авилаша, готовь. Незыбку, давай незыбку. Не люблю. Давай гимн ХП. Кусай, кусай, кусай. Кусайте, сука, okay. Не превращайтесь в вампиров только. Фул ХП стараемся. Блядь, захиливаем, захилим людей. Я укусил Авилашу, короче. Это очень да. Хуёво. Это очень хуёво, не знаю. Вилаша будешь миликом передавать. Историю РДДшникам будешь передавать. Будешь бегать. Будешь сейчас бегать и следующий укус РДДшникам давай. Вилаша миликов кусать будешь аккуратненько. Так, поближе встану к боссу. Встанешь и обратно ко мне встаёшь. Ой, блядь, хуёво это, конечно. Ну, хотя бы не превратился никто. Ну да. Я рад, Катя. Рано. 2 дд только под укусом. Или 3, блять. А, вон пс еще. Тени, секунда. История. Кошем. Можно было. Где был? Передаем укусы. 8 укусов вроде есть. Похуй, давайте Геру. Раз хотите. Давайте, может быть, до взлетки зальем. Следующие тени. И, кстати говоря, они будут с фиром. Вот с этой тени надо засейвить. Готовимся. Лучи быстро сбежались. Секунду тени. Так, Буребай, бабл отдашь? Сразу бабл, да, если есть. Готовимся, тени. Ой, этот фир сейчас будет. Баба это в центр побежит. Просто стоим на ранже, стоим, сейвимся. Готовлюсь дать незыбку. Так. Дал уже незыбку. Айновен вихрь начнется, мы сокру. Оставшиеся присты гимны ХП. Айновен, давай сокру. Гимны на ХП. Никто не вздыхает. Сейвимся, стоим на рендже. Все, лям там дотикает, и так. Угу. Нихуя себе, никто не умер. Ну, блять.
Это еще не предел. Еще бы если их история ДДшника укусил. Может быть, до взлетки бы убили. Ну, хотя бы... Там это осколок. Лид превратился. Да, я его вижу. Именно этот осколок почему-то. Почему-то вижу. Покоритель. Покоритель Синтек, да? Или друид-инвалид? А, друид-инвалид тебе. Танка соберешь еще. А, там два покорителя, сука. А, давай тогда Равис тебе. Ну, если не надо, дай там или Синтеку, или друид-инвалиду. Ну, так, может, соберете какой-нибудь спек. Третий, четвертый. Кровавая пучина надо кому-то? Хантов что-то нету, блять. У нас какой-то Довокин же есть, да? Он дамажит мало. Или кто, или Мегащука? А, нет, Мегащука. Нет, он поднялся. Поднялся? Сейчас Хантов подапал, он неплохо стал дамажить. Да, он там... Рейк уже по 5 поднял, Филя. Я бы хотел двадцатку видеть ДПС, блять. Так, маловато. Пучина распыл. Бежим.